Пейджер возьмешь? Угу, лежать нахер! Лежать нахер всем, блин! Бомжи, блин, лежать, блин! И снова всем привет, дорогие друзья! С вами NoFX. И добро пожаловать в Payday! И сегодня, ребята, мы будем с Артемом грабить что? Что мы будем грабить? Бриллианты, море бриллиантов, драгоценности, сокровища, блестяшки, стекляшки, сдавать их, получать бабосик. Но драгоценности же там есть. Ну, драгоценностей там нет, там есть бриллианты, стекляшки. В общем, классно, вкусно. Будем сдавать их, получать деньги и, соответственно, двигаться дальше. Сложность у нас, ребята, жажда смерти. А, то есть это реально сложная такая миссия, интересная. Ну, как сложная? Сложная для тех, кто в ней новичок. Естественно, не для нас, опытных бойцов, которые сделали ее, наверное, пару раз после того, как мы вернулись в Payday. А, в принципе, я как вернулся. Артем, Артем, вон уже второй престиж, 257 уровень, только начал. Поехали. Но это все благодаря бусту твоему на опыт, как бы. Ладно, ребята, что у нас имеется? Мы имеем с вами стелс полностью комбо, то есть мы берем лук, чтобы у нас было, естественно, троечка, ребята, в узнаваемости троечка, это, по-моему, самый минимум, да? Да, меньше никак. Меньше никак не сделать. Делаем, берем... пистолеты с глушителями, в моем случае дробовик, ставим генератор помех, костюмчик двоечка, перк у нас идет нападающий, сейчас зачем-то. Взломщик. Можно взломщик поставить, в принципе. На нем быстрее все взламывается, там упаковка трупов, отвечаешь на пейджеры быстрее. Ну да, давай, я тоже поставлю взломщика, и мы поехали, ребята. Погнали! Приключения нас ждут. Ты готов? Ты готов бомбить эту дичь? Я готов. Скажи Надеюсь, мне, что ты получится. Готов. Да, ребята, спасибо вам огромное за ваши лайки. Лайки, это очень важно. Если вы хотите, чтобы Payday продолжал выходить на каналах, не стесняйтесь поставить лайк, и он будет выходить на каналах. Вот. Ну, а мы приступаем. Я купил активы, мешки для трупов, опытный водитель. А у тебя нету, да, он тоже? Он нам не нужен. Он нам и не нужен, в принципе. Да, и не нужен. Хорошо, погнали. Жажда смерти. Какой он красивый, ребята. Так. Море бриллиантов. Идем сразу же в ту дверь. Отлично, братан. Отлично, есть просто. Дверь? Есть дверь. Прекрасно. Нам прокнуло, ребята. Нам прокнуло очень хорошо. Тут дичь можешь убрать, которая на улице вот эта да. курит? Сейчас давай я ее уберу. Иди, сучка, вниз лежи. Ложись вниз. А, ну ладно. Я камеру снимаю, открываю дверь. Давай. Давай, я сразу бомбану мужика. Давай. А чё, ты ее не положил, что ли? Ты чё, блин? Лежать нахер. А чё ты ее не положил-то? Так ты же там ложил. Ты же ложил. Положи их, пожалуйста, уведи. Угу. Минус бомж. Хорошо, погнали. Наша задача, ребята, здесь. Сейчас мы вам расскажем. Здесь существует карточка, которая отключает витрины. То есть мы не сможем открыть ни одну сумку с витриной, если не будет активирована эта карточка. То есть витрины все под сигналкой. Че, братан, сядешь на камеру? Да, этого отфалофит тебе. Бомжа. Иди сюда. Еще не комкай. Лежать нахер, блин. Мне так и хочется их, знаешь, поджарить. Я очень люблю жарить. Ты любишь жарить? Слишком шумно будет. Да, я люблю жарить. Ну, смотря что. Так, ну смотря что. Тут камера. А ты на камерах уже, какая разница? Да, я уже на камерах. Я тебя вижу. Карточку, кстати, сейчас я добуду и быстренько прибегу к тебе. И там уже дальше будет все значительно проще, как мне кажется. Главное, чтобы ребята не сорвалось. Это дичь миссия на самом деле. И мы играем на жажде смерти. А сверху, может, еще один есть? Нет, сверху нет охранника. Два охранника внизу, к тебе сука какая-то идет. Девушка? Девушка, да. Какой-то грубый стал. Ты прямо грубиян. Нет, я вежливый. Ты что? Добрая женщина. Я вижу менеджера. Села на диванчик отдохнуть. Отдохнет? Отдохнуть присела? Отдыхай, родная. Карточка у меня. Отлично. Оба охранника внизу пока. Карточка у меня. Сейчас приду, братан. Так. Оба охранника внизу? Слушай, нам повезло, ребята. Ладно, сделаем все. Я думаю, мы сможем сделать профессионально, но нам их нужно вырубить. Один хотя бы пошел одного. Наверх. Сейчас я его Один заберу. Один вот сейчас поднимается наверх. Хорошо. Вижу. Ну, девушку я упаковал там.
Угу, хорошо. Ты ко мне ее кинул? Да-да-да, я к тебе уже пригнал. Вот так вот. Нихера он перелетел, ребят, вот это сальто Мартари. Ну и все, второго мы заберем внутри, по идее. Я его не вижу. Он вон же стоит, ты на подсветке не видишь? Два еще внизу. Есть сзади охранник. Он ко мне идет, сейчас я его приму. Давай, давай, давай. Да. Вот так вот, маленький. Вот так вот. Отдохнул на работе, ёпта. После тяжелого трудового дня, как говорится, думал, сейчас пойду с друзьями. Пиво попью, говорит. Сука, весь бомж какой-то ходит. Мешки есть у нас еще? Оп. Да, есть. Блин, они далеко у нас. По идее. Припаркованы далеко. Нужно вот этого еще упаковать. Где? Вот этого упакуем, да. И мы с тобой сразу же, наверное, прорвемся, да, братан? Прорвемся, да, и... Надо подсветить того, кто внутри зала сейчас. Сейчас. Так. В зале еще один был. Я видел, ты его где-то есть. Он наверх, что ли, ушел? Ни хрена не могу он понять. Он, может, под камерой стоит просто. А может, это вот этот, который ко мне вышел сюда? Нет, там еще один был. Я видел, их двое было. Понимаешь? То есть здесь такая тема, ребята. Спускается вниз. Ага, все, понял. Ну что, ты готов? Тогда давай, подтягивайся ко мне, забирай его. Ты сможешь? Ну, заберешь его на пейджер? Да. А я тогда всех остальных. Поехали? Ну что, поехали. Погнали! Пейджер возьмешь? Угу, беру. Лежать нахер! Лежать нахер всем, блин! Бомжи, блин, лежать, блин! Ты че, блин, в рубашке, блин? Сильно. Че, блин? Бедные пришли в магазин купить вещей. Ой, я его пристрелил случайно. Ты пейджер ответил? Да-да-да, все. Хорош. Ты там отключил сигналку? Лежи. На карточке? Нет, стой. Не отключил же сигналку, господи. Сейчас бы был провал. Весело. Я увлекся бомжами. На улице там. Да, хорошо. Ой. Тихо. Иди сюда. Отключил сигналку. Все, братан. Все хорошо. Этих я сниму. Кабель есть у тебя? Тут. Нет, у меня кончились, так что все. Сейчас я мешки для трупов возьму. Хорошо. Работаем, продолжаем работать. Там еще кто-то? Нет, вот этот. Где? А, это он, да? Этот у входа только. Да. Так, сейфецкий здесь есть? Чекаю сейфецкий. Так. Сейчас, подожди. Нет, здесь вроде нет сейфецкого, братан. Надо начинать бомбить потихонечку. Я открываю? Да. Поехали. Первый мешочек. Так, хорошо. Как много добычи. Чисто, ребята, чисто. Мы, кстати, почитали ваши комментарии. Очень много ребят хотят теневой рейд. И, возможно, на следующую серию, если будет много лайков, соответственно, ребята, мы с вами сделаем теневой рейд миссию. Очень сложная, интересная. И за эту миссию, если мы вынесем доспехи самурая, можно получить такую маску, как у меня. Вы могли обратить внимание в начале. Ну, красненькая такая. Самурайская. Нравится самурайская маска? Да, она прикольная. Китский. Иди сюда, посмотрю. Вот. Такая грустного самурая усатого. Усатый самурай. Ну четко мы, ребята, четко просто. Обалденно. Так, а знаешь почему? Ребята, самая фишка в этой миссии как раз состоит в том, что нужно иметь эту дверь. Иначе будет очень тяжело в нее проникнуть. То есть... Иначе надо через весь зал пройти. Да. Чтобы туда проникнуть, в эту дверь. Подожди, я сейчас сбегаю, посмотрю, что там в автосалоне рядом. Окей? Ты добавишь? Да, может сейф быть, вроде бы. Да. Нормально. Блин, ну у нас нету повязок, перевязок, понимаешь? В этом вся проблема. Да убивать их всех. Хотя, если у тебя не прокачано, я убью. У меня штраф поменьше. Здравствуйте, сэр, я хочу новый автомобиль, ёпта! Ничего, дает новый? Мне тоже попроси. Да я уже купил все. Сейчас ключи из сейфа отжимаю. Че ты боишься стоишь там? А, он бабки там какой-то пацан себе загребает. Так. Сейчас там еще каспоматы где-то есть здесь на карте. Надо их скрыть. А, банкоматы? А, да.
Да-да-да, ребята, сейчас мы вам покажем, как полностью зачистить всю эту дичь. Это круто. Всю карту. Да. Хорош. Ну. Главное, чтобы сейчас никто не вызвал ничего, понимаешь? В этом вся проблема. Ну, все спят у нас. Ой, спят. Ну, связаны все. Чувак, я хочу снять деньги, блин. Оп. Еще один. Как мне нравится этот дробовик. Давай. Минус один банкомат. Не хочешь мне помочь тут с драгоценностями? Минус один банкомат. Там бриллианты, там не драгоценности. Да на бриллианты оно не похоже. Вон часы, блин. Это бриллиантовые часы, что ты начинаешь? Все вроде бы. Да, вроде бы все. Я еще раз наверх схожу. Там дрель сейчас сломается, правда. В этом вся проблема. Опа. Посылочки можно собрать, слышишь? Можно. Надо чекнуть сейчас посылочки. Сейчас я дрель заапгрейджу. Дрель. Загрейдим дрель. Жизнь хороша, когда пьешь не спеша. Ладно, я пока мешки начинаю отрабатывать. Угу. Я сейчас еще один банкомат попробую найти. Тихо. Как вам автобус вызывается, сэр? Вон один. Не дождался он автобуса. Не дождался. Не уедет сегодня в школу. Не так, уедет в школу. Банкомат. 400к. Сколько? 400? Нормалецкий. Да. Ты дрель починил, да? Там она ломалась. Да. Она теперь быстрее работает. Хорошо, мешочков много, ребята. Вкусненько. Тут еще 60 секунд вроде. Отлично, отлично. Братан, чистая работа просто. Flawless victory. Класс. Частяком, ребята, кучу баблинского просто поднимаем. Смотрите, на жажде смерти, ребята. Изи катка. На изи. Че такое? Ова. Цейнтекокай! Куда лежать, блин? Куда ты встала, блин, крашеная? Бомжиха, блин. Глазки мне строить решила, что ли, на ограблении? Да, я богат, ёпта, блин. Так. Как не покрасить глазки? Не покрасить глазки или не построить глазки? Не построить глазки. Покрасить глазки — это дело такое, естественно. А ты красишь глазки? Нет. Ногти ты же красишь. Слышь, блин? Типа подколол меня, что ли? Не, я не. Где бриллианты-то, я не понял. Починю. Что за дичь по 5000? Не знаю. Жажда смерти. 5000. Где бриллианты-то? Там дрель. Я чиню еще 30 секунд. Что за 5000? Дай последнюю сумку. Стой. Что стой-то? Ладно. Я хотел посмотреть, если я закину, может оно больше будет? Так там не может быть, что у меня по 5000 украдется, а у тебя по 20. Ну не по 20, там по 7. Там же есть в этом скилл, который прокачивает. А, я понял. Тихо. Просто больше. Я еще нал забираю с касс. Тут же касса еще есть. Причем здесь их много. Что-то маловато у них там баблинского так. Ёпта. Ну и что ты? Ну и что ты хотел? Ну покажи мне свой имбальничек свой. Дай хоть. Иди сюда, блин, на свет иди. Че встала там, стоишь спиной, боишься? Не бойся меня. Дай хоть раз смотрю, блин. Дичь крашеная. Мешок. Где нашел мешок? Деньги. Да, денежки? В сейфе. Да покажи ты ребятам хоть как выглядишь-то, блин. Не то. Ну все, братан. Все, да. Ты ее с собой берешь? Взял уже, да. Ну идем. Идем. Изи. Подай! 12 минут. Это была чистейшая работа, ребята. Flawless victory. Обязательно просто. Ставьте лайк. Это да. Это достойно. Смотри, сколько налика просто поднимаем с тобой. Бенч 3 ляма на офшоры чисто. 795 налом. Просто невероятно, изи. Ребята. Изи катка.
Это просто круто. Посылочки, правда, не все забрали, но ничего страшного. А опыта не так много на этих миссиях дается, но зато ты здесь получаешь кайф от стелс-миссий. И это просто очень круто. В общем, ребята, спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайк, если вы хотите видеть Payday еще на канале. Ну а с вами был NoFX. И не забывайте подписываться на канал NoFX. И мы увидимся на следующем видео. Также с вами был Шимура. А, да, с вами был Шимура. Всем пока. Да, да, с вами был Шимура, я NoFX был. И всем пока, да, всем пока, все. До новых встреч. Счастья, здоровья и бомбежа. Пока.